купальница. Она же жарки, она же огоньки, купава. И, кстати, одно интересное название у этого растения – это троллиус. Потому что считается, что это любимое растение, любимые цветки троллей. Они любят жить в этих цветках. Принадлежит это растение к семейству лютиковых. Напоминаю, что все растения, принадлежащие к семейству лютиковых, в разной степени ядовиты все-таки, в разной степени. Поэтому с такими растениями нужно, когда в саду работаете, в перчатках и после этого мыть руки. Цветки очень яркие, желтые, различных оттенков. Бывают оранжевые, бывают кремовые. Особенность этого растения, вот посмотрите, цветки, это не потому, что они еще не распустились. Они всегда закрыты. Такова особенность, ну, этого строения цветка. Любит влажные почвы и желательно все-таки полутень для этого растения, хотя при условии достаточного увлажнения хорошо растет и на солнце. Зимостойка.